Салют, друзья! На связи Савченков Иван. Я приветствую вас на своем канале, и сегодня мы с вами сделаем бит в стиле блюфейса. Я давненько хотел записать видео о West Coast, и вот, наконец-таки, время пришло, и давайте начнем. Начнем мы с записи пианино. В роли пианино я использовал Grand Piano. Это стандартная пианино FL-овская, плагин Direct Wave. Я уже тут выставил клэпы, просто чтобы было проще записывать. И давайте начнем. Быстрый квантайз. Отлично. Следующим шагом запишем электропианино. Это стандартный FL Keys. Давайте включим запись. Так, и вот эти вот штуки сделаем струм. Блять, я англичанин. А эта функция называется комбинацией Alt-S, кто не знал, и тут настраивайте. Так, и эту партию я копирую практически на такое же пианино, только я его немного тут видоизменил, и в итоге получилось пожирнее. Теперь запишем кик. Выправим Ctrl-Q. Отлично. Дальше давайте добавим open head, он будет повторять у нас удар кика вот здесь, удар кика вот здесь и вот так. И будет это звучать. Е-бой! Добавим вот такой рим. Да, в некоторых местах будем добавлять вот такой чент. Оп. Ctrl-B, Ctrl-B, Ctrl-B. Нет, мне кажется, это я чересчур. Да, вот так. Плюс добавим всякие разные перкуссионные звуки. Я танцую крипо, когда бьет барабан. Е-бой. Так, еще у меня есть вот такой вокальный сэмпл. Это уже ближе, наверное, даже к тайге, но по сути все это West Coast, поэтому. Отлично. Быстрый квантайз. Добавляем 808 бас. Вообще огонь. И самый смак это, конечно же, свисток. В некоторых местах вместо обычного 808-го у нас будет вот такой бас. Это обычный GMS, стандартный пресс, это аналог Base One. Вот, собственно, такой бит получился, какая-то помесь Татьяны и Bleeded, плюс с нотками от Тайги. Вот, мне он очень нравится, он вроде бы и простой, но под него сразу кайф плясать. Вот, вообще, я когда делаю West Coast, мне сразу кайф танцевать крипвок, когда бьет барабан. Единственная проблема, что я не умею его танцевать. Вот, да, и еще хотел
посоветовать один канал. Если вы не просто делаете биты, а хотите как-то зарабатывать на этом и продвигать свое творчество в массы, то есть отличный канал Beatmaker Marketing. Это мои друзья из Just Chill Beat. Они рассказывают там все тонкости маркетинга именно битмейкерского. Очень полезный канал для битмейкеров, потому что в интернете много всего по продвижению, но именно заточенного под нашу нишу очень мало информации, особенно на русском языке. И вот ребята стараются делиться своим опытом и своими знаниями на этом канале. Канал Beatmaker Marketing. Они работали с очень крупными достаточно артистами. Это Оби Трайс, Crooked Eye, LJ, Johnny Boy, Rem Digga. Ну, короче, вот читайте сами. Послужной список громадный, поэтому я думаю, им есть чем с нами всеми поделиться. Ссылка на их канал будет в описании. Вот, полную же версию моего бита можно послушать у меня в группе. А если вы хотите научиться делать биты так же круто, как я, то у меня есть видеокурсы обучающие. Переходите опять же по ссылке в описании, ознакомьтесь с курсами и добро пожаловать в семью! Благодарю за внимание, надеюсь, видео было интересным, полезным, надеюсь, оно вас на что-то вдохновило. Всем до скорых встреч в новых видео!